Привет, ребята. Пришел пак от Дениса. Компания Systeam Fingerboarding. Сейчас посмотрим, что тут. Посылочка. Тюнинг. Бочонок. А вот это крутая штучка. Дечка. Для фингерборд баланс. Такая графика. Нарисована. Четенько. Рыбчик идет. Ну и дощечечка. Куча стикеров. Маленькие стикеры. В доске два рипа. Та-дам! L5. На самом деле от L3 отличается. Графика крутая. И хватит пиздеть, что, блядь, занимаются хуйней. Пацаны пытаются продвигать, а вы сидите дома. Пишите гадости, нет, чтобы поддержать его. Ой, бля. В общем, все круто. Спасибо, Денис. Все очень нравится. Опробуем. Думаю, на днях первое видео на вот этой штуке будет. Поэтому напишите мне, как все хуево, что дерьмо. Может быть, вам легче от этого станет. Все, всем спасибо. До встречи.